В семье Евгения и Елены Махновских радостное событие. Их дом, расположенный в деревне Лапино, подключили к голубому топливу по президентской программе социальной газификации. После того, как появился магистральный газ, загородная жизнь семьи разделилась на до и после. До подведения пользовались дизельным топливом, соляркой и электричеством. 30-40 тысяч в месяц и постоянное обслуживание дизельного котла. Конечно, оборудование не столь надежное, как, например, газовое. Можно уехать было на несколько дней, приезжаешь, а дом холодный. По словам хозяина дома, заявление на социальную газификацию было подано дистанционно в январе 2022 года. В подготовке необходимых документов активно помогали сотрудники территориального управления «Назаревская». А специалисты Мособлгаза регулярно выходили с домовладельцами на связь, сопровождали на всех этапах. Кардинально изменилась жизнь. Дом теперь абсолютно там круглогодичный, всегда теплый. Приезжаешь в теплый дом, не надо нагревать ничего. Планируем переехать. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов держит вопросы, связанные с социальной газификацией, на личном контроле. Он побывал в гостях у семьи Махновских, расспросил о том, насколько легко проходили для них работы по подключению. И по традиции вместе с хозяевами приготовил на газовой плите яичницу. Так. Газификация деревни Лапино проходила с 31 июля по 8 августа текущего года. Сейчас к магистрали подключаются уже сами дома. Всего в населенном пункте было заключено 10 комплексных договоров. Елена Краева, телекомпания «Одинцова».